В Якутске открыли улицу Ивана Кульбертинова. Она появилась по инициативе его земляков, а точнее Ассоциации венков Якутии. Улица отныне расположена в автодорожном округе. Ранее она не имела названия, а ее протяженность составляет более 2 километров. Условия, когда мы видим, вот, что творится на Украине, Прибалтике, странах Западной Европы, возрождается нацизм. Имена наших прославленных воинов служат предостережением тем, кто забывает историю. И если что, как говорится, да, нас еще венков много, еще мы покажем, если что.